друзья, всем привет! Сегодня я приехал в московский планетарий. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Друзья, ну что, я зашел по помещению. Ой. Ждите. Купил, значит, билеты. Вот взял вот столько. Сейчас пойду это все смотреть вместе с вами. Пошлите. Это вот, друзья, макет сам планетария. Это я. Так, и мне нужно куда-то идти, сказали. Куда идти, я уже не помню. А, кстати, всего обошлось мне 1300 рублей. Большой звездный зал. Здравствуйте. Куда-то мне вот вам вроде, к вам вроде бы. А кто у вас еще? А у меня много что. Ясно, это убирать. Угу. Пока вот этот билет просто. Угу. Спасибо большое. Вау, как красиво. Ай, там клуб с Венеры.
Короче, камень, железный. Встречающихся в лунных горных породах. Горные породы Земли аналоги породы Луны. Уникальные горные породы Земли. Друзья, зайду сейчас в лунариум. Здравствуйте. Друзья, смотрите, какая красота. Вот так вот работает. Прикольно.
Это рука манипулятора, друзья. Это луноход. Так, идем дальше. Песчаные бури. Здесь он... Что здесь? Оптический... Так, здесь что? Здесь, здесь. Естественно, радиоактивность. Управление марсходом. Понял? Так, это образование лунных кратеров. Сейчас вот девочка играет. Крутит, тяжело крутить. Так, это... Сплющивание сферы. Это фаза Луны. Это стеллариум, друзья, стеллариум. Прикольно. Идем дальше. Так, это гео или гео? Центрическая система. Так, идем дальше, друзья. Так, друзья, это обращение небесных объектов. Да, обращение небесных объектов. Так, это зарождение жизни. В эфире новости о событиях, произошедших 13 миллиардов 600 миллионов лет назад. В студии Себастьян Мэй. Здравствуйте. По нашим данным, в недавно возникшей Вселенной идет процесс формирования звезд. Гигантские облака, преимущественно состоящие из водорода и гелия, коллапсируют под собственной тяжестью, и из каждого из них образуются звезды. В результате ядерного синтеза... В эфире новости о событиях, произошедших 3,5 миллиарда лет назад. В студии Себастьян Мэй. Добрый день, дамы и господа, добрый, и все, кто видит меня сейчас. И снова чудо. Возникла жизнь. Так, это он с трудом инопланетянин, друзья. Это... А это что такое? Искривление пространства. Вы поняли. Так, это двойная звездная система. Берем два шарика. Вот так сделаем. Так, идем дальше. Здесь звездные яйца.
Так, здесь что? Ультрафиолетовое излучение. Вот оно. Так, это плазменная башня. Световой остров. Вау, красиво. Так, это радиотелескоп. Такая штука. Гравитация и искривление пространства. Пойдемте дальше. Это уж микроскоп. Это микроскоп. Различные камни. Ой, там что-то девочки смотрят. Пойдемте посмотрим. Метеоритный бадминтон. Девочки руками играют. Прикольно. Так, пойдемте дальше. Это маятник Юпитера. Это маятник гравитации. Я не знаю, как это играется. Стены. Это правление звездолета. Офигеть, полетели. А, у меня, короче, я уже разбился. Все, тайм-овер, короче. Вращающий стул. Это вот это вот, сейчас я вам покажу. Это вот этот вращающий стул. Так. А это не знаю, как называется. Посидим на вращающем стуле. Вот. Все. Идем дальше, друзья. Запуск ракеты «Протон». Очень прикольно. Сейчас вам просто так узор покажу. Вот.
что такое? Черные дыры, да? Приходите, очень интересно, познавательно, мне очень понравилось, так что круто, круто, очень круто. Много чего здесь есть, все я не смогу показать. А еще я знаю, здесь второй зал есть. Пойдемте второй зал. Друзья, ну что, я иду на лунариум. Астрономия, физика. Вау, как интересно. Вау. Земля, команда 3. Так, московский планетарий. Какие-то... А, это наша земля. Это наша земля. Тут что? Тут непонятно. Не знаю, что. Тут играть надо, наверное. Непонятно, что это такое. Очень прикольно. Ой, а здесь вешиваться надо. Ну-ка, сколько на Луне, сколько я вешу? Так. Земля. Вот сейчас мой вес, вы знаете. Фига себе, 60 килограмм. Марс. Марс 20 килограмм, короче. Так, дальше. Ой, это сколько? Я даже не знаю. Это Плутон. Ой, вообще не вешу. Ну, как хорошо там жить. Так, что дальше? Здесь что-то интересное. Я не знаю, что это такое. О! Как интересно, она двигается. Вот здесь можно поездить, наверное. Ну да, велосипед, на нем можно ездить. Это что? Какие-то звуки издает. Это вот наша земля. Так. Вау, как красиво. Всякие игрушки. Валится.